Всем привет! Сегодняшний обзор про крутые штуки. Это такие шарики, мячики для сушки белья. В общем, я давно про них уже знаю, давно про них наслышана. Очень много производителей других, но на iFerb я наткнулась именно от компании Nelly's All Natural. Я от этой фирмы заказывала подушечки и таблетки для посудомоечной машины и решила заказать вот эти вот шарики. В общем, по заявителям производителя эти шарики натуральным образом смягчают белье, так как они крутятся вместе, в барабане вместе с бельем, уменьшает складки, уменьшает время глажки, потому что белье, если, например, вы стираете крупное, например, постельное белье, то уже нет необходимости его гладить, хотя я и так не глажу, зачем гладить, вот, что еще, уменьшает время сушки, смягчает белье и освежает белье, в общем, вот такие вот вроде бы обычные шарики, но обладает чудесными свойствами. А, еще reduce lint and wrinkles. Ну, я сказала то, что вот эти вот всякие зацепки уменьшает возможность появления этих зацепок, уменьшает различные складки. И вроде бы все. Не содержит фталатов и так далее. В общем, натуральные. И коробка очень классная, полностью перерабатываемая. И продукция тоже, и здесь такой вот комментс, как два мальчика играли шариками и жалуются матери, что они почему-то не прыгают, и мать тут рассказывает, что эти мячики не для того, чтобы с ними играть, и объясняет, что с ними делать, то есть объясняется в комиксе прям полная инструкция, как загружать их в стиральную машину и так далее. В общем, очень классный подход, давайте их вскроем и посмотрим. Гарантия на них 2 года, и их можно использовать в течение 2 лет безостановочно. И не нужно использовать различные химические, я не знаю, там, смягчители для белья и так далее, которыми я до этого тоже не пользовалась, но вот решила заказать. Вот такие вот шарики. Они ничем не пахнут. Какой-то запах есть, но он не едкий, то есть, ну, обычный какой-то запах. Вот. Вот такие вот dryer balls, шарики для сушки. Если кто-то уже пользовался, вы можете оставить свой отзыв. Ссылку на данный объект я оставлю в описании. Вы можете написать отзыв и заработать на этом деньги. Надеюсь, обзор оказался полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите, я на них буду рада ответить. Подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных видео. А пока, всем пока!